являлся председателем жюри, я отбирал лучших художников по костюмам для того, чтобы те могли быть потом впоследствии художниками наших спектаклей. И в трех наших спектаклях три ваши, так скажем, выпускницы, в общем, действительно победили, они у нас сделали костюм. Последний из них Светлана Михайленко, которая сегодня костюмы, вы сейчас и увидите. Я желаю вам приятного вечера, нашим хорошо выступить артистам, и ни пуха, ни пера. С Богом! Все, с Богом. Ну что, друзья мои, начнем? В начале пути данного вручить всем дизайнерам, которые сегодня здесь присутствуют, которые будут показывать сегодня творчество свое, сертификаты, поддержку грантов, твои бесценные руки, ваши бесценные руки. Я когда работаю с тобой только на вы. Екатерина, пускай ваш проект цветет. Мы всегда будем рады и счастливы поддержать. Я вручаю вам, как руководителю проекта, сертификаты для всех сегодняшних дизайнеров.
To do than can ever be done.
Платье из коллекции Фарди.
Называется коллекция «Треск земли». Вот так выглядит платье, если его развернуть, что ли. Ну, можно завернуть. Можно завернуть и так, и в другую сторону тоже можно. Друзья, ну и джентльмен, который сопровождает сейчас Юлию, тоже представлен в образе от модельера Фарти. Между прочим, на нем пиджак, который является, друзья, уникальным, так как он создан из карбона. Аналогов в мире нет. Так что похлопайте и желающие могут потрогать. Вы могли пройтись, куда спуститься людям, желающие могут потрогать. Вот такой уникальный пиджак, прекрасные ребята на нашей сцене, это модельер Фарди, он же и завершил номинацию «Матриархат». Вот этот настоящий талантливый модельер. Спасибо вам огромное. Фарди, несколько слов, раз уж ты один из всей этой красивой плеяды участниц. Безумно спасибо всем, спасибо, Юлечка, за поддержку. Над этим костюмом я работал 2,5 года. Это карбон уникальный, который нет в мире аналогов, поверьте. В космос в нем? Да. Куда в нем? Хоть куда. Куда? Так что... На растерзание в матриархат в нем? Он прочный. Кстати говоря, карбон использует его уникальность. Он прочный, если я не ошибаюсь, в 5 раз, чем сталь. И легкий в много раз. Давайте проверим, кто-нибудь пришел с топором. Попробуем пробежку сделать. Прошел ваш показ. Все ли получилось, как вы хотели? Довольны ли вы моделями и показом? Я всеми доволен. Всегда. Я всегда на позитиве. Вот. И спасибо организаторам за такое... Действительно... За такое вот... Даже слов не могу... передать тех слов, вот, огромная благодарность, это Кате, вот, она основатель МКММ, и вот, спасибо тебе большое. Расскажите о коллекции. Коллекция, она ручной работы, вот, то есть я все плел именно вручную, каждый пиджак, он индивидуальный, то есть он в единственном экземпляре. Я хочу отдельно подчеркнуть по поводу костюма из карбона. Я его, так сказать, 2,5 года разрабатывал. Это первый в мире костюм из карбона. Вот, это первый в мире. Это, ну, я его, кстати говоря, хочу запатентовать. Вот, то есть мы идет стадия, вот, то есть проходит стадию патентования. Вот. И расскажите, опишите вашего клиента. Клиенты у меня творческие звезды, вот. Также есть клиенты обеспеченные, вот, которые хотят выделиться. Я вообще как дизайнер, для меня важно, когда ко мне обращаются не только клиенты, а те люди, которые хотят выделиться. Для меня важно, для чего этот наряд, для чего он будет использоваться. Вот. И тогда я уже понимаю, для чего нужен этот пиджак и образ. Тогда я уже создаю. Я, кстати говоря, создаю все образы через музыку. Вот. Ваше пожелание к организации? Развиваться, еще раз развиваться. Спасибо большое. Thank you.
Давайте поприветствуем модельера Анастасия Миронова. Коллекция называется «Туман поредел». Следующая участница под номером 2. Юлия Алексеева. Одежда UA. Участница под номером 2, Юлия Алексеева. Мы продолжаем. И участница под номером 3. Напоминаю, что номинация называется «Лучшая коллекция». Альбина Кузнецова. Альбина Кузнецова представит вам коллекцию под названием «Токийские школьницы». Дизайнер одежды.
большое будущее мы желаем Альбине. И участница номер 4, Даша Шаманина. Коллекция называется «Freedom». Встречайте! У нас Надежда Дунаева и Марина Поспелова. Шум моря.
Своей коллекции.
дешево.
Дамы и господа, похвастаюсь, Фанди решил подарить мне одну из вещей из своей коллекции. Спасибо, Фанди! Хочу услышать ваши аплодисменты, если вам понравилось, друзья, все, что мы сегодня Thank you.
Бударные платья, Анжелика называется коллекция.
но это еще не все. Из коллекции не все. Сейчас мы элегантно вишенку на тортик поставим. И это будет вау. Итак, дамы и господа, вот она, вишенка. Встречайте. Спасибо огромное!
Какие у вас впечатления от показов? Я посетитель этих мероприятий уже не первый год. В прошлом году я был в жюри. В этом году что-то как-то я с этими российской модой вот выпал из темы. Там ребята пригласили, вот Саша Белов, говорит, пойдем сейчас. Я даже не знал, что это мероприятие сейчас. Скажу сразу, что да, правильно он сказал, были очевидно слабые вещи. Я думаю, что это не нужно называть. И я, собственно говоря, не запомнил. И были вещи, ну, скажем так, уровня Mercedes, ну, то есть то, что лицо российской моды называется. И вот мы с Миленой сидели, и нам некоторые коллекции очень понравились настолько, что мы прям говорим, да, вот это вот действительно лицо российской моды. Тоже, опять же, имена не буду называть, потому что здесь сейчас жюри работает, и я думаю, что это все мы услышим, да, через некоторое время. Вот, но это всегда праздник, чтобы люди не показывали, это проявление их души, творчество, это свобода, это новые поиски. Я как дизайнер, как архитектор обновляюсь, я прихожу сюда, чтобы получить эмоции и, может быть, какое-то новое видение на знакомые вещи, может быть, себе что-то изменить к лучшему. Я всегда, когда у меня есть время, стараюсь посещать такие мероприятия, поэтому я могу сказать, что всегда от них получаю только положительный резонанс, всегда. Что для вас мода? Способ убежать от повседневности, от серости, от будничности и от толпы, от массы. И, конечно, может быть, догнать людей, которые, ну, скажем так, очень удачливые, очень харизматичные. Ну, таких в мире людей немного, но, тем не менее, они создают атмосферу. И, может быть, я интуитивно тоже хочу быть таким, поэтому стараюсь, скажем так, убежать и догнать одновременно. Ну и, в-третьих, я всегда ищу возможность быть уникальным человеком, потому что каждое живое существо неповторимо в этом мире. Это закон математических фракталов. Даже птичка, даже букашка, и тем более уж человек. Это самое сознательное, самое пробудившееся существо, обладающее практически божественными полномочиями на Земле и во Вселенной. Вот, поэтому я, конечно, моду понимаю как просто выражение собственной души. И я еще очень хочу вот тоже, может быть, важные слова сказать. Богослов Иоанн Златоуст говорил, что одежда – это молчаливый свидетель души. Вот. И я никогда не ухожу из дома в одной и той же одежде. Я всегда стараюсь поймать настроение погоды, свое внутреннее состояние, то, что я хочу сказать. Я могу выйти в спортивном костюме, могу в классике выйти, могу в золотой куртке, могу в шапочке, например, там, и в трениках. И каждый раз я выражаю свое состояние, и оно замечаемо бывает. То есть люди, которые меня встречают, они с меня считывают то, что я хочу сказать. И это мне нужно. Я в адеквате, я контактирую, для меня это способ коммуникации. Уважаемые дамы и господа, я рада приветствовать всех на этой сцене. Замечательное мероприятие, мне было очень трогательно смотреть. Все молодцы, все достойны приза. Но в первую очередь для меня это работа организатора, потому что такой вклад вложить в такой труд, это дорогого стоит. И, конечно же, я хочу первый подарок сделать организатору Екатерине, пока она здесь на сцене. Значит, Катя, от компании ювелирной Монсоро Александра Великой, ее, к сожалению, нет, но я представляю ее бренд сегодня. Вам не такой вот ручной работы ювелирное изделие. Это раз. Да. Значит, так как я являюсь генеральным директором центра красоты «Идеаль Триумф Паласи», также хочу подарить некие подарки для вас. И директор по развитию центра пластической хирургии «Генезис», где работают высокопрофильные профессионалы любых направлений, не только пластики. Значит, первый сертификат, Катя, но вы не уходите, потому что у меня здесь все в расспросе, я прошу прощения. Респект тебе большой. И я хочу подарить тебе, дорогой, я, знаешь, не могу, оно шикарно, но у нас центр красоты на обслуживание. Ты так красив, но красоты вот нет предела, идеала. Еще Екатерина. Центр «Идеаль», все участники, которые участвовали здесь, получают, это тоже очень важно, мы никогда не делали 50% скидки на все процедуры центра «Идеаль». То есть это касается именно всех, вообще всех, всех, кто здесь есть. Я из Эквадора. Да. Это место, где делаются самые лучшие шляпы в мире. Во всем мире известны как «Панама Хатс». Они делаются руками абсолютно. Из растений, такой пальма токилья называется. Вот наши друзья, вот, которые
носят эти шляпки, да. Собственно, то, что, чем я занимаюсь уже несколько лет, это дизайн. Играем с цветами, моделями и так далее. Сюда я сошел случайно, меня пригласили сегодня. Не было запланировано заходить сюда, но тем не менее получилось ярко. И еще раз спасибо всем. Какие у вас впечатления от показов? Шикарные люди, шикарная атмосфера. Я не могу не познакомиться с людьми, постоянно знакомлюсь с людьми. Вот это один пример, с которым мы просто, он собирался домой, а я, скорее всего, тоже. Ну, познакомились, и это самые удачные знакомства. Яркие впечатления остаются на память. Что для вас мода? Ай-яй-яй, для меня мода это сложно, да. Это, скорее всего, найти себя внутри, да, свобода. Чтобы сочеталось с настроением, ну, с природой, да, и так далее. Но это свобода, прежде всего, наверняка. У вас прекрасная коллекция. Я это увидела с коммерческой точки зрения. А в плане того, что когда сидишь, у нас есть один провокатор, да, все знают, когда идешь с клиентами на шопинг, ты просто тупо не можешь найти нормальное нижнее белье, ты не можешь найти там за приемлемые деньги, ты не можешь найти хорошие купальники, какие-то красивые такие будуарные вещи, их просто нет, у нас их нет, да. И я увидела эту красоту, увидела, что вы это создаете, я хочу это поощрять, потому что это реально круто. Вот именно этого нам не хватает. Спасибо вам огромное. Да. Какие впечатления от показов? Спасибо большое за вопрос, он очень был неожиданный для меня сегодня. Впечатление действительно очень хорошее, потому что, когда стали ходить молодые дизайнеры, первое было ощущение, что они поют, они делают показы, потому что там вышла девушка, которая пела, потом кто-то вышел, еще кто пел, я подумал, это конкурс песни или это конкурс дизайнеров. Однако после этого, когда я посмотрел внимательно на наряды этих самых исполнителей, я понял, что действительно эта тема была раскрыта максимально глубоко в первой части. И было очень хорошо, что люди действительно почувствовали важный повод прийти сюда и сделать коллекцию, которая будет действительно соответствовать этому направлению, этим трендам. Вторая часть была связана с тем, что люди показали просто коллекции свои в разных стилях. Было очень много моделей, я был на бэкстейдже, и там было такое ощущение, что творится прям беспорядок, практически похоже было на неделю моды, девушки меняли платья, наряды и так далее. Был очень сильный человек, его зовут Фарух, он сделал коллекцию действительно очень... такую действительно большую и мощную. Она произвела впечатление на многих членов жюри. Когда мы совещались, было ощущение, что она действительно всем понравилась, и они дали очень хорошую оценку, потому что она действительно очень правильная и сделана с учетом трендов и с учетом того, чтобы люди могли его носить и была носибельная эта вещь. Многие дизайнеры постарались плохо. Было такое ощущение, что они делали коллекцию не на продажу, а для себя. Было дома время, было дома вечер, делать было нечего. Они взяли себе нитки, иголки, набор тканей и пошили какое-то безобразие. Вот это вот, я считаю, это безобразие. За такое надо просто, ну, когда приходят люди на показы, делать так, чтобы посмотреть коллекцию, если там действительно безобразие, то сделать, ну, скажите, у вас большое будущее, все получится у вас. Спасибо большое, давайте мы тратить время ваше и других участников, потому что действительно я сидел некоторое время делать свои дела, потому что смотрел, и это было, ну, не стоило внимания, потому что там были такие вещи сделаны, которые, ну, безобразны. Не то, что их надеть невозможно, их невозможно было подавать на подиуме. Там были девочки, которым было лет по, наверное, 16, их надели в платье, как будто они не знаю, где работают. Ну, не в эскорте, но это как минимум где-то такое впечатление у меня сложилось. Дальше я там увидел женщин, которые, ну, у которых был, ну, так, я бы сказал так, немножко лишний вес, и ходили так, чтобы вот этот лишний вес, он был специально виден. Я думаю, когда дизайнеры делают коллекции, надо делать так, чтобы они... внимательно смотрели на то, что они делают. И не просто им это нравилось, потому что многим людям нравится, что они делают. Это нормально, вот я сделал, мне нравится. Однако, если тебе нравилось, ты это сделал, тебе понравилось, погладь себя по головке и дальше делай, показывай своим родным, близким, там, выставляй ВКонтакте, пусть тебя лайкают. Но показывать это людям нельзя. Поэтому я хочу пожелать, чтобы дизайнеры в этом году посмотрели, что действительно можно носить, что нельзя носить. Показали эту коллекцию людям и сказали, что коллекция это правда действительно хорошая или нехорошая. А
тем, кто сделал действительно талантливые коллекции, хочу пожелать, чтобы они в будущем делали коллекции таких больше и выходили на мировой подиум, потому что действительно я считаю, что место России на мировом подиуме, оно должно занять достойное место. Если такие коллекции, которые делаются хорошо, с знанием дела, будут применяться, будут делаться, будут разрабатываться дизайнерами, мы сможем завоевать мировое господство на мировом модном подиуме. Да, Александр Белов я, международный эксперт по стилю. Всем спасибо, будем рады увидеться. Подписывайтесь на Instagram мода. Там очень много подписчиков на YouTube, я смотрел уже. Там лайки ставьте еще больше. За каждый сотый лайк человек получает от меня подарок в виде одного моего лайка. Поэтому, если поставите 10 тысяч лайков, получите сразу 100 лайков. Подумайте над этим и делайте это быстрее. Удачи! Выход был действительно замечательный, коллекция была профессиональная. Я занимаюсь созданием эксклюзивных меховых изделий и хотела бы тебя пригласить на стажировку. Мне кажется, что у тебя получится в этом. И я уверена, что тебе будет безумно интересно. Мы тебе все материалы предоставим, будешь творить вместе со мной. Какие тренды будут? Что сейчас модно, современно актуально? Что может носить молодежь, что могут носить ведущие, да? Я действительно увидела в тебе талант и потенциал. Хочу сказать, что мои услуги стоят недешево, и поэтому я тебе хочу подарить, как стилист, поработать со мной над съемками твоего лукбука. Это Батакова Юлия. Левый. Давайте я скажу, чтобы все слышали, что я говорю, да? Я вас поздравляю, вы огромный молодец. Что мне понравилось? Вы очень тонко чувствуете. Вот именно, вот ваше название коллекции «Запах женщины». В этом очень много. Вы очень тонко чувствуете женскую натуру. Вы изысканно это делаете. И если немножко доработать, ну там вообще есть очень хороший успех. Поэтому я надеюсь, что мы с вами сработались, потому что я тоже обожаю работать именно в этом тонком направлении. Вот. Ну, в общем, жду звонка. Все, спасибо. В первую очередь я хочу поблагодарить всех жюри за вашу отличную работу. Quindi sì, adesso diciamo quali sono i due premi. Allora, io sono italiano, però della parte sud dell'Italia che molti non conoscono. Ok, я итальянец, но я принадлежу к югу. Многие не знают, я не уверена, что многие не знают. Я думаю, что многие знают очень хорошо. E noi in genere diciamo che Roma, Firenze e Venezia sono fabbrica di turismo, ma non sono veramente Italia. Всегда мы говорим, в общем, мы говорим, что Рим, Флоренция и Венеция – это три места, которые производят фабрику для туристов. То есть они там много туристов и так далее, но это не факт. Per questo motivo li vogliamo invitare nella mia regione di nascita. Io vivo a Roma, però sono della Puglia. Я хочу пригласить в мой регион, он из Рима, я из Рима, но мой регион, где я родился и вырос, это Пуля. Роман Голдербек приглашен на уикенд, на очень классный уикенд, на прогулку на яхте шикарной, лакшери яхта. Я вас поздравляю. Яна Яковлева также приглашена на уикенд в Италии, бесплатное проживание на 2 человека на юге Италии в 4-звездочном отеле, и также ей дали прогулку на яхте. Генеральный спонсор Men's Story, итальянский партнер, совместно с проектом МКММ дарит вам уикенд в Италии. Так как я хочу.
хотел бы заметить, так как Светлана выражала очень деликатно свои мысли и четко, ясно, правильно, грамотно поздравляла и говорила здесь, она должна мне пообещать вот что. Io sono board member di un'organizzazione presente in 60 paesi. Я board member, который представляет 60 стран. Voglio che lei mi prometta che insieme cerchiamo di presentare un progetto con fondi pubblici per aiutare Katia ed aiutare tutti questi ragazzi, perché ci sono un sacco di soldi, ma bisogna chiederli. E li chiediamo con il loro governo e con i nostri partner nel resto del mondo. Она должна мне пообещать, что мы вместе сможем сотворить проект, где сможем найти и сделать очень много интересного для найти и талантливых людей, и вместе мы сможем добиться большого успеха. Я не буду говорить о деньгах. Вы сказали о деньгах, я это не буду говорить, это неприлично. Для того, чтобы помочь молодым таким, как Екатерина, и таким, как все дизайнеры были представлены здесь, мы должны создать совместный проект и подумать и поработать над этим. C'è un detto, i soldi non fanno la felicità, ma senza soldi che dove vai? Говорят, что деньги не делают счастья, на деньгах не построишь счастье, но без денег никуда нельзя, к сожалению, пойти. Итальянская пословица. Grazie. Хочу вас всех пригласить на уикенд. Приезжайте, отдыхайте, мы вас будем ждать.